Новые возможности для диагностики и лечения юных пациентов. В поликлинике номер 3 Центра охраны материнства и детства появился многофункциональный лор-комбайн. Современное оборудование оснащено всеми необходимыми функциями для качественного и безболезненного обследования детей. Современный и высокотехнологичный лор-комбайн был смонтирован в поликлинике номер 3 Центра охраны материнства и детства буквально накануне, но уже активно используется в работе. Врач-отоларинголог Анатолий Тарасов признается, ждал появления нового оборудования давно. Анатолий Евгеньевич трудится в медучреждении почти 40 лет. Настолько комфортных условий для проведения обследований еще не было. Удобное, очень все приспособлено для удобной именно работы. Есть указатель температуры и с регулировкой, какая мне нужна температура, я такой могу нагреть. Вот, есть таймер и частота для пневмомассажа барабанных перепонок. Это для промывания серных пробок, это для распыления любых лекарственных веществ. Лор-комбайн оснащен всеми необходимыми системами для диагностики и лечения большого круга заболеваний. С помощью оборудования можно провести промывание миндалин, полости носа, обработать с лекарствами носовые ходы и слуховые проходы и легко удалить из уха серные пробки. Также оно позволяет провести эндоскопию лор-органов. Это эндоскоп, то есть эндо – это вовнутрь. То есть мы можем этим прибором углубиться куда-то в полость носа, в полость глотки, то есть глубоко завязать, осветить все там и хорошо увидеть все на экране. То есть я вот показываю на своей, допустим, ладони. Поставить диагноз теперь можно максимально быстро и, главное, точно. А значит, пациент может своевременно начать лечение, избежав дополнительных методов обследования, таких как УЗИ или компьютерная томография. Этот лор-комбайн – последний из поступивших за последнее время в Центр охраны материнства и детства. Теперь такие многофункциональные аппараты есть в каждой из детских поликлиник. Евгения Салахутдинова, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН.